The Chandler's Beauty после проливного дождя. В общем-то, отцветает уже сентябрь. Ну, конец сентября. Какой сентябрь? Уже октябрь. 2 октября, вот так он выглядит. Chandler's Beauty. Запах, ну, он опурный посильней. И у графини Дианы. У графини Дианы сейчас остатки будут свести. Вот. Мне их надо срезать и поставить в вазу. Потом собрать лепестки и засушить. Ну, это вот такая вот она. Что еще цветет? Это цветет лимона, остатки Милана, Modern Art. Ну, вот так вот он под проливным дождем все-таки неплохо выдержал. Ну, хорошо, кстати, проливные дожди выносят. Вот они. Ну, их обработала. А трипсы жрут, я так понимаю. Так, французская роза. Может, я, кстати, ну, была этикетка другая. Вот я теперь не знаю, что это за роза. Вообще-то, как бы, покупалась она как французская роза. Вот. И что же? Покупалась как желтая, желто-белая, почему-то она розовая. В общем, ладно. Вот. Графиня Диана в октябре. Под проблемным дождем. Это у нас Мария Генриетта. Басмелефра. Вот, доедают цветы. Ну, красная шапочка цветет. Ну и солнца не хватает. Вот она сейчас все опадает, потому что солнца не хватает. Ей надо солнце. Ей надо приносить. Она будет цвести. Так, что еще? Так что не знаю. То ли это французская роза, то ли не французская. Посмотрим. Если не французская, высушу его впереди дома. Вот, понюхаю, как пахнет. А если она не пахнет, впереди дома посажу. Так. Несчастные. Вон там гибискус цветет. Несчастные. Георгины пожранные. О, ягоды, кстати, есть. Цветет примула. Вот так вот с Chandler's Beauty. Срезать надо. Это вроде прижилась. Хайди Клум. О, вот это вот что такое? Это, наверное, болезнь. Вот мне говорили, что он к осени заболевает. Ну, значит, надо обрабатывать, когда хорошая погода. Ну, а скот цветет. Цветет, говорю, стоит вроде. Вот он. Поросль какую-то дал. А скот. Ну, барок, вот он. На этой неделе, в октябре, последний цветок. У него был, и он осыпался. Вот эти остатки цветка. Примула цветет. На примулы и остановимся.